Юра, ты хочешь лайфхак про светодиоды? Смотри, вот эти светодиоды, это не те, что мелкие, которые у Юры Маркова. Обрати внимание, вот матрица, здесь три, сейчас, тут их три, шесть, девять, 10 штук. Вот. И на ней написано, сейчас поймаю этот, 12 вольт плюс-минус. Обрати внимание, они сделаны в пластиковом корпусе. Внизу, это если их крепить, лента снимается, здесь скотч. Но правильно вот этот ленту и скотч полностью снимать, потому что там сзади у диода есть металлический типа охлаждающий элемент, как радиатор там сзади. И вот видишь, он выполнен. Он не просто клеем или лаком заделан, он просто герметический корпус. То есть здесь термоспайка. Эти оса прилетела. Только я тебе лайфхак стал снимать, сразу осе что-то понадобилось. Вот. То есть тут термоспайка. Это тоже покрыто специальным составом, хотя это пластик. То есть вот эти светодиоды, их можно и в воду класть. То есть они выдерживают даже просто воду. Я проверял. Горят в воде без проблем. Но они, конечно, подороже, чем те тонкие ленты, что Марко покупает. Вот. У меня их тут в ленте отряжай сколько хочешь. То есть на героя труда я это брал. Вот, тут в ленте в данном случае 6 штук, но можно и 20, и 30. Лучше брать вот эти.